Всем привет! Ну что, я в Москве, и надо сказать, что погода тут не очень отличается от Иркутска, очень снежно, минус 13, довольно прохладно, в общем. И также сегодня у меня будет мастер-класс, сейчас расскажу, какой, где и с кем. Друзья, ну что, я приоткрываю тайну, сегодня здесь мастер-класс от Саши, специально для студентов МГТУ имени Разумовского. Мы катаемся на прекрасном льду, Таганском. Прекрасная погода, просто счастье. Друзья, ну что, сегодня у нас мастер-класс на естественном льду в такую чудесную погоду для студентов МГУ ТУ. Очень приятно, очень много людей. И сегодня многому научились. Мне очень приятно вас видеть здесь. Сегодня погодка очень солнечная, довольно прохладная. Плечи повернуты, смотрим в круг. И на круг в круг. Наклонились, поехали. Раз, накрест. Толчок, накрест. Этого попробуйте все, кто не умеет делать перебежку. Встать.